Друзья, всем добрый день! Сегодня я вам покажу свой заказ из компании Oriflame. Ну и давайте начнем. Заказ был достаточно большой. И первое, с чего мы начнем, это с набора Essence & Co., в который входил жидкое мыло для рук и гель для душа 2 в 1. Вот такое вот средство. Это у нас с вами бузина и бергамот. Как вы можете видеть, я уже им пользуюсь. Мне запах очень нравится. Напоминает мне он конец мая, начало июня, когда уже все цветет и пахнет зелень, пахнут цветочки. Очень приятный аромат, универсальный. Далее в этот набор входил лосьон для рук и тела. Вот такое вот средство. Я им еще не пользовалась. И, соответственно, как попользуюсь, обязательно вам расскажу. И также в этот наборчик входил вот такое вот мыло Essence & Co., также с бергамотом. Оно упаковано в очень стильную картонную упаковочку, очень красивая. И давайте посмотрим, что же у нас здесь внутри. Внутри вот такое вот мыльце Essence & Co. сейчас немножко отсвечивает. И здесь у нас с вами изображена вот такая вот лимонка. Лимон, очень похоже на лимон, такой вот интересный рисуночек. Пахнет очень приятно, даже сквозь упаковку. Но по сравнению с мылом, которое было ранее из этой серии, это мыльце, конечно, поменьше. Вот такой вот наборчик мне всего лишь обошелся со скидкой, по-моему, в 399 рублей. Минусуйте еще скидку представителя, и набор мне вышел меньше 300 рублей, хотя каждое средство стоит в рознице более 400. То есть это очень выгодное предложение этого каталога, успейте им воспользоваться обязательно, тем более сейчас у нас уже Новый год скоро. Идеальный подарок для ваших родных, близких, может быть, даже коллег. Поэтому обязательно посмотрите. Следующее, что также было, давайте пройдемся исключительно пока по новинкам. Это, конечно же, новогодний набор Secret Gift. В него входила вот такая вот замечательная пена для ванны. Здесь 300 мл, очень большой объем. Пена, кстати говоря, пахнет очень приятно. Мне напоминает, знаете, почему-то запах корицы и лаванды смешанный, хотя здесь, по-моему, только корица и яблоко, если я не ошибаюсь, но пахнет достаточно приятно. Тоже обратите свое внимание, достойный подарок. Также в этот наборчик входил крем для рук Secret Gift, здесь 75 мл. Кремик сам по себе белый, я его не выдавливал, но здесь уже видно, что он такого белого цвета. Очень приятный. В прошлом году в компании Oriflame уже выходил такой наборчик похожий. Крем достаточно был питательным, то есть я его использовала исключительно на ночь, потому что он был достаточно такой, знаете, жирненький. Так. Что еще? Также в этот набор входило вот такое вот мыльце Secret Gift. Мы сейчас его с вами откроем, потому что я сразу его потом отнесу в ванную комнату. И давайте посмотрим. Очень приятно, что в компании Oriflame всегда все красиво по-праздничному упаковано. Независимо от того, какой это праздник, упаковка, конечно, на высшем уровне. И вот такое вот мыльце. Пахнет оно очень приятно, гель такой, знаете, оно как гелевое, не будет оно размыливаться, этим и отличается мыло Oriflame от продукции других компаний. Вот такой вот замечательный бантик, мыло небольшое, вот достаточно тоненькое, тонюсенькое, вы его видите сейчас. И здесь, в общем-то, на задней части ничего не изображено, никак. Такого логотипа, просто бантик. Вот такое вот красивое мыльце. Очень красивый такой наборчик. Тоже, мне кажется, приятно его получить в подарок. Следующее. Продолжаем по новиночкам. Ну, конечно же, мы должны себя баловать.
И я заказала маски для лица. Когда они пришли ко мне в упаковке, вот в такой вот картонной, я была шокирована. То есть Oriflame, несмотря на стоимость данного товара, хочу обратить внимание, что стоимость данной масочки 99 рублей. И масочка сама не в пакетике таком, знаете, а именно вот в таком вот формате. Я была шокирована, что она пришла в картонной упаковке. То есть компания позаботилась о том, чтобы вот все было упаковано очень красиво. И, честно, восторг у меня просто вызывает. Я даже думаю, что такие масочки я закажу своим коллегам на Новый год. Как раз-таки в следующем каталоге эти маски будут. Но они, по-моему, в ограниченной коллекции, так что... Ну, если не будет их уже, я уже запланировала другие подарки тоже своим коллегам, и обязательно о них вам попозже расскажу. Ну, давайте начнем. Значит, это у нас с вами гелевая маска с арбузом, и, как вы уже видели, здесь всего 10 мл, но ее хватит на, скорее всего, 2 раза. Цвет такой вот очень красивый, красный, масочка гелеобразная. Видите, она даже не перекатывается, то есть это говорит нам о том, что она как плотное желе. Так, это одна масочка. Давайте посмотрим следующее. Следующее это у нас для всех типов с личи. Вот такая вот упаковочка. И как выглядит данная масочка. Ну, здесь у нас цвет с вами такой вот персиковый, тоже очень красивый. Эта маска, конечно, уже такая более жиденькая, нежели чем арбузная. Но очень красивая, конечно, упаковка. То есть, в общем-то, достаточно солидно. Конечно, я шокирована. Ну, приятно шокирована. Следующее, это у нас с вами кремовая маска с маслом розы. Вот такая вот очень красивая тоже упаковочка. Дизайн, конечно, восторг. Здесь уже мы видим кремовую масочку, то есть она у нас такого белого, ну, светлого такого белого цвета, даже скорее молочного. Вот такая вот она у нас с вами, тоже приятненькая. Кстати говоря, обязательно в ближайшее время сниму вам видео, как, в общем-то, я делаю процедуру распаривания лица и наношу маску от компании Oriflame Swedish Spa. Наборчик, который я заказывала в прошлом каталоге. Просто, к сожалению, знаете, не всегда есть время, когда можно это сделать, и поэтому обязательно сниму. Следующая также кремовая маска с маслом какао бобов. И давайте также посмотрим. Здесь, конечно, уже цвет такой достаточно приятный, кофейный цвет. Вот правильный оттенок даже здесь изображен. Я уверена, что все маски очень приятно пахнут. И их очень надолго хватит. Так, ну и последняя маска из этой серии новинок. Это у нас маска с яблоком, а также для всех типов кожи. Кстати говоря, какая-то из масок, по-моему, даже маска-пленка. Я вот честно не помню, но скорее всего это маска личи, с личи была. Так, ну и здесь у нас с вами вот такой вот мятный оттенок. Это у нас с вами яблочко. Очень, повторюсь, достойная продукция. Уверена, что она мне понравится и понравится вашим клиентам. И очень надеюсь, что все-таки компания по количеству закупила данного товара на приличное количество, потому что на подарок получить вот такую вот масочку, это, конечно, идеальный вариант. Я попозже также сниму варианты подарков из любой продукции абсолютно, которую вы также можете миксовать. Ну и пойдем дальше. Следующее из компании, также из серии новинок, это у нас с вами шампунь и кондиционер 2 в 1 Mini Mouse. Хотя, кстати говоря, до этого в каталоге была информация, что это у нас с вами гель и шампунь 2 в 1. А сейчас я вижу, что это все-таки шампунь и кондиционер 2 в 1. То есть, получается, либо я неправильно посмотрела информацию про этот товар, или все-таки кто-то где-то ошибся. Ну, неважно.
Данное средство, кстати говоря, достаточно приятно пахнет. Ну, такой, знаете, ненавязчивый запах какой-то жвачки такой вот фруктовый. Очень приятный. Я, конечно, планирую использовать его исключительно как шампунь. Кстати говоря, давайте попробуем посмотреть, какой консистенции. Скорее всего, перламутровый. Да, перламутровый, приятный такой вот шампунчик. Следующее, что также было в этом заказе, давайте также идем по новиночкам. Конечно же, это наборчик Miss Giordani Intense. Водичку, как я ранее говорила, опять же повторюсь, я не стала брать. И взяла гель для душа, вот такой вот интересный, 200 мл. Пахнет он достаточно приятно. Давайте посмотрим на его консистенцию. Скорее всего, он тоже какой-то перламутровый, белый. Нет, он перламутровый, фиолетовый. Такой в розовинку, если вы сейчас видите. Очень приятно пахнет. Что-то такое, вот знаете, цветочно-восточное. Ну, как раз-таки потестирую, посмотрю, может быть, даже попозже и эту водичку куплю. И также парфюмированный лосьон 150 мл, такой же очень интересной упаковочке. Он не зафольгирован. И давайте посмотрим сам лосьон. Лосьон белого цвета, тоже достаточно приятный аромат имеет. Ну, сейчас мы, конечно, уже достаточно приторный, кстати говоря, все-таки сладенький этот аромат. Вот, но потестируем, посмотрю и обязательно вам расскажу. Так, ну и на этом наши покупки, конечно же, не остановились. Продолжаем под тем товаром, который уже присутствует у нас в каталоге. Конечно же, сейчас, перед новогодними праздниками, компания сделала скидку на зубные пасты. Я заказала пока пасту одну, потому что у меня еще есть в запасе. И это у нас с вами экстремальная свежесть. Обожаю эту пасту, она зафольгирована, открывать я ее пока не буду. Она, по-моему, гелеобразная, что ли. В общем, очень она мне нравится, действительно справляется со своими задачами, и могу вам ее посоветовать. Очень хорошая продукция, так что воспользуйтесь. И давайте закончим с моими товарами. Последнее, что я заказала. В этом каталоге, в действующем, очень хорошая скидка на CC-крем с SPF 35 от линейки Giordani Gold. Конечно, очень многие захвалили данную продукцию. Я решила ее взять. Почему я ее взяла? Дело в том, что новинка, да, сияющая тональная основа с SPF 15, которая есть от Giordani Gold, я вам ее ранее показывала в своих видео, она мне очень понравилась, и она у меня уже подходит к концу. То есть я думаю, что где-то через недельки 2,5 она у меня закончится. То есть, в общем-то, суммарно, если посмотреть, то я пользовалась ей где-то, ну, месяц-полтора. То есть, в общем-то, это достаточно приличное количество времени, с учетом, что я пользуюсь ей один раз в день. И ей на смену я взяла вот такой вот CC-крем. Он на самом деле не совсем большой, то есть вы можете видеть, что, ну, даже не знаю, как практически мой палец, да, вот вы можете видеть, она не очень большая. И это у нас оттенок с вами естественный. Естественный оттенок я сейчас нанесу и постараюсь вам показать. Вот такая вот основа. CC-крем, естественный оттенок. Я, конечно, сейчас ее очень много нанесла, но вы можете видеть, что она достаточно жидкая. Очень жидкая. Сейчас я ее попробую прям растереть на ручке и вам показать. Ну, вот, вот то, что получилось, вы можете видеть. То есть у меня достаточно светлая кожа. Естественный оттенок, конечно же, будет немножко придавать оттенок загара. Но дело в том, что я не буду, конечно, в таком огромном количестве наносить, поэтому никаких проблем не должно быть. Вот такой вот CC-крем. Он достаточно, кстати говоря, быстро нанесся. Вот вы можете видеть, что есть небольшое сияние на руке, но опять же это при свете.
Ну, CC-крем, как вы знаете, от тональной основы отличается тем, что он имеет среднюю консистенцию между кремом и кремом, я имею в виду для лица, и тональной основой. То есть это даже не BB-крем, это еще тоньше, еще прозрачнее, еще, скажем так, естественнее выглядит на вашем лице. То есть вот в чем отличие. Поэтому, если у вас вдруг есть какие-то недостатки, то данный крем CC, скорее всего, их не покроет. Но это надо тестировать. Тоже вот такой вот приятный CC-крем. Да, кстати говоря, цена его сейчас, по-моему, 400 рублей, а со скидкой еще меньше. Так что посмотрите, возможно, вас и ваших клиентов тоже заинтересует. Тем более знаю людей, которые все-таки часто охотятся за данным продуктом, именно по скидке. И последние товары, которые были у меня также заказаны, это у меня уже, конечно, мужская линия. Здесь у меня уже именно заказ клиента. Заказ состоял из одного товара. Это у нас пена для бритья с алоэ вера для чувствительной кожи. Очень понравилось, и, вы знаете, очень приятный аромат имеет. Я, конечно, сейчас выдавливать ее не буду, так как это на заказ, и человек должен получить все-таки это все в первозданном виде. Вот, еще есть в этой серии еще одна пена для бритья, это у нас с цинком. С цинком как раз у нас закончилась, и имеет, конечно, она очень приятный аромат и ухаживает за кожей лица. Ну, пены этой хватило надолго, то есть она очень экономно используется, поэтому... Девочки, девушки, женщины, обратите ваше внимание, что мужчинам можно подарить на Новый год. Вы знаете, очень многие говорят, вот, дарить пену для ванны, мыло, пену для бритья, уже все это обыденно и так далее. Нет, вы знаете, не обыденно, особенно если у вас есть новиночки, и сейчас я вам тоже их покажу. Так, ну с пеной мы с вами прощаемся, ставлю ее сюда. Давайте так. И новиночки. Как раз-таки я собираюсь на Новый год подарить, значит, гель для душа, для волос, тела и лица 3 в одном для мужчины из мужской серии Nord for Men из лимитированной коллекции Rescue. На самом деле, эта коллекция, если мне не изменяет память, вышла еще то ли в 23 февраля, то ли где-то летом. Я, честно, уже не помню, но мне не удалось ее купить, потому что, по-моему, ее даже на складе не было. То есть там она пошла каким-то набором, и в какой-то момент ее нельзя уже было заказать. А потом она опять появилась, но как самостоятельные продукты. Стоимость вот такого продукта, без учета скидки, где-то 530 рублей или 400 с чем-то, надо смотреть точно по каталогу. То есть цена достаточно небюджетная, здесь всего 250 миллилитров. И здесь очень интересная формула, потому что здесь можно умываться, мыть волосы и тело. То есть это универсальное средство, можно посмотреть состав данного продукта. И что я вам хочу сказать. Пахнет достаточно приятно такими вот цитрусами. И здесь есть специальная формула, по-моему, также с цинком, с каким-то древесным углем. И вот такой вот прозрачный цвет имеет этот гель для душа. Поэтому мне кажется, когда мужчина получит такой вот подарок, понимаете, 3 в одном, то есть, да, где вы найдете в женской коллекции средства 3 в одном, когда можно помыть и умыться, да, снять себе там макияж, условно говоря, тоналку, пудру, сходить в душ и помыть еще волосы этим средством. Ну, это просто в наше время такое универсальное средство, которое должно, конечно же, цениться. Поэтому обратите внимание, сейчас данный продукт идет в спецпредложении уже на сайте на этапе оформления заказа, поэтому... Там ограниченное количество, надеюсь, что кто-то успеет из вас заказать такой же приятный презент.
Ну и, конечно же, это для одного человека, и для второго такой же я заказала. Вот такое вот замечательное средство. Надеюсь, тоже он будет рад. Это я планирую подарить непосредственно уже под Новый год, под елочку. Вот, так что люблю, когда распаковывают подарки прямо из-под елочки, вытаскивают, медленно раскрывают и радуются, что хочу обратить внимание, конечно же, радуются. Так, ну, очень много я болтаю сегодня. В общем-то, это был весь мой заказ по каталогу Oriflame. В следующем каталоге, 17-м, который вы уже видите на ваших экранах, я сейчас вам тоже подскажу, расскажу, что я планирую заказать. И, конечно, хочу обратить сейчас ваше внимание на акцию. Акция для партнеров компании Oriflame, ну и не только. Вот такая вот брошюра. Вы сейчас можете видеть, не знаю, хорошо ли фокусируется или нет. Давайте вот так сделаем. Я вам прочитаю. Акция называется «Акция активности». Она проходит с 18 ноября по 26 января 2019 года. Периоды каталогов с 16 по 1 2019 включительно. В чем она заключается? Вы знаете, что в каждом из каталогов, будь то это электронный каталог или это бумажный каталог, каждый продукт соответствует определенному количеству баллов. Так в чем заключается? То есть, если вы закажете на 50 баллов из 16 и 17 каталога, то в первом каталожном периоде, то есть в первом 2019, вы можете заказать набор продуктов, вот такой вот, куда входит геликс фолиан для душа с малиной и мятой, лосьон Loving Care, шампунь Hair X и также кондиционер для волос тушь, парфюмированная вода Giordani Gold Essence, крем для рук и крем для ног по цене 199 рублей. Вот этот вот наборчик, который стоит в реальности больше 1000 рублей однозначно, вы сможете заказать по такой вот цене. Это очень хорошая цена и очень хорошее предложение. Особенно для тех, кто, в общем-то, в принципе, и так выполняет, да, условия, потому что заказывает товары на первой необходимости. Ну, я это имею в виду, конечно же, товары, гигиена, косметика, в общем-то, то, чем мы пользуемся каждый день. Отличное предложение от компании Oriflame. Ну и давайте посмотрим следующий каталог. Оставайтесь со мной. Так, товарищи, давайте мы с вами посмотрим, пролистаем следующий каталог, последний в этом году. Он будет действовать у нас с 10 декабря по 29 декабря. Ну и давайте посмотрим. Первое, конечно, что я отметила, это замечательные баночки, баночки СОС, баночки для аптечки, как я уже ранее говорила. И с ароматом миндаля будет баночка с розовым маслом и оригинальная. Я возьму с розовым маслом и с миндалем. Я решила, что я возьму 3 штуки, одну себе и 2 на подарок. Следующее, что я планирую заказать, конечно же, возвращаемся к этой водичке Luminescence. Здесь она будет также по цене со скидкой. Я ее собираюсь купить для себя. Следующее, что также выходит в следующем каталоге, это новинка, закрепляющее покрытие с неоновым эффектом The One. Цена 159 рублей. Посмотрите, будет вот такой вот прозрачный гель. Покрытие с неоновым эффектом придает глянцевый блеск. Можно наносить поверх лака или самостоятельно. Так, что-то отсвечивает. И вот вы можете видеть, что светится под ультрафиолетовыми лампами. Очень красивый такой вот оттенок. Я думаю, что он будет замечательно смотреться как раз-таки на новогодних праздниках, либо в каком-то клубе, в ресторане. Ну, на любом мероприятии будет, в общем-то, идеально и симпатично. Следующее, что я планирую заказать, это, конечно же, пробник туалетной воды Glacier Fire с ароматом ледяной мяты, черного лимона и теплой древесины. Очень интересно бы ощутить вот эту вот ноточку черного лимона. Очень интересный.
Так, следующее, что я также планирую заказать, это у нас с вами отшелушивающий гель скраб для умывания Pure Skin. Но я пока еще думаю два в одном. Дело в том, что у меня сейчас из серии Love Nature еще есть средство. Не знаю, хватит ли его до середины января, потому что в середине января я планирую купить целую серию по уходу за кожей лица из другой компании. Ну, я там уже объясню свои плюсы и минусы вам тоже обязательно. Следующее это у нас с вами средство для снятия водостойкой косметики с глаз. Но я пока еще думаю. Дело в том, что в отличие от такого же средства, это у нас двухфазное средство, а в компании Oriflame есть еще такое же, только розового цвета. Данное средство мне не очень понравилось по своим свойствам и задачам. Ну, посмотрим, я пока еще так не загадывая отметила, но не знаю, буду брать или нет. Следующее, что также я планирую, это, конечно же, мыло Микки Маус. Вот такое вот. Мягкая формула подходит для детей. Я еще пока не решила, куплю я две или одно, посмотрим. Но, в общем-то, достаточно приятный такой аромат, тоже из детской серии. Воду брать я не буду, конечно же. У меня пока маленьких племянников нет, поэтому и смысла брать тоже нет. Так, ну и давайте посмотрим. Здесь у нас с вами последняя страничка. Душистое мыло с праздничным ароматом. Новиночки у нас появляются. Насколько я знаю, это у нас с вами с ароматом яблока и корицы, Apple Cinnamon, и с цветочным ароматом. Вот такая вот красивая звездочка. Вы можете уже видеть, что у меня написано 8R, плюс-минус 1-1. Это значит, что я планирую данные мыльца купить на подарок своим коллегам в качестве презента на случай, если будут отсутствовать маски для лица. Где-то они здесь. Вот масочки как раз-таки вот эти вот. Они из ограниченной коллекции. Поэтому, если они будут отсутствовать, то я планирую купить им, моим коллегам, вот такие вот замечательные мыльца. Ну, посмотрим. Может быть, кому-то мыльца будет, может быть, кому-то маски. Вот, и последнее, что я планирую заказать, это тушь ультрачерная The One 5 в 1, уникальный праздничный выпуск. То есть это та же самая наша черная тушь легендарная, вот в таком вот праздничном дизайне. И маскара Luminescence Blackout Black. Технология Lash Blackout с насыщенными черными пигментами окутывает каждую ресничку и придает угольно-черный цвет за 199 рублей. Вот такой вот замечательный каталог будет у нас скоро действовать, праздничный. Здесь очень много предложений по разным товарам, в том числе и по парфюмированным и туалетным водам. Также здесь есть вот такая вот вкладочка замечательная по товарам. Такую вкладку вы можете увидеть только в каталоге Oriflame. Ее, к сожалению, в электронном виде нет. И здесь тоже есть вот такие вот замечательные скидки на товары, на все вкусы. Также здесь есть бижутерия, можете также посмотреть. Вот, и аксессуары. Ну, в общем-то, вот это был весь каталог следующий, в котором я планирую заказать товары. Вот, посмотрите, может быть, и вам что-то приглянется. И, кстати, возвращаясь опять же к мужской теме, обратите свое внимание, в следующем каталоге вот такой вот, вот такая вот пена очень, которую мне хвалил один человек, будет вместе с такой водичкой Venture Power всего лишь наборчиком за 399 рублей при заказе. То есть, если вы сделаете на 990, да, из этого каталога, то у вас этот набор как 399 рублей пройдет. Поверьте мне, вот этот набор очень бюджетный получится, потому что пена стоит более 500 рублей. 530 рублей она стоит,
И вот эта вода тоже, то есть это где-то в районе 2000 рублей. А вы сможете приобрести его за 399 рублей. Это очень хорошая акция. Посмотрите, потому что, честно вам скажу, что иногда компания вот устраивает действительно такие распродажи легендарные, я бы сказала, к праздникам. И, в общем-то, надо успеть купить, не упустить свой шанс. Ну что же, это был весь каталог. В общем-то, всем отличных выходных. Всем пока-пока.